Участок Красноглинского шоссе по направлению из города летним пятничным вечером становится проблемным местом. А все потому, что существенно возрастает поток автомобилей. Самарцы хотят поскорее покинуть пределы душного города. Особо нетерпеливые нарушают правила дорожного движения и пытаются обогнать всех по обочине. Увидев камеры, нарушители тут же стараются вклиниться в общий поток. Но сотрудники ГИБДД не дремлют. Фиксация нарушения произошла, а значит, наказание неизбежно. На вопрос, почему, водители отвечают: все из-за спешки. Штраф за такой проступок 1500 рублей, а среди последствий якобы выигранных минут – создание аварийных ситуаций и поднятая пыль, которую вынуждены глотать остальные участники движения. Пост ДПС дежурит на этом месте еженедельно, каждые выходные. А по необходимости патруль ведется и в будние дни. Но целью этого поста в первую очередь профилактическая, признается майор полиции Александр Шмалько. Мы не стремимся людей наказать, мы пытаемся их разуметь. Поставить как бы на путь истины, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, которые предписаны для всех участников дорожного движения. Органы дорожного правопорядка предупреждают: съехав на обочину, потеряете не только деньги, ведь оформление протокола занимает немало времени. Андрей Горгуленко, Константин Головин, «События».